Jane. Goblin! No! Standard search and destroy pattern. Find the intruder and neutralize with extreme prejudice. I don't know how they figured out about MJ, but I have to get to her before Goblin does. I should be able to get back out the same way I got in, and only a couple zillion heavily armed androids between me and it. No prob. Что ж, ребят, всем привет, с вами снова я, Артём. Продолжаем проходить очень Человек-паука The Movie, точнее уже даже заканчиваем. Это у нас, в общем, последняя часть, и здесь, в общем-то, в самом-самом начале я вам хочу сказать то, что здесь у нас непосредственно лежит как раз-таки то самое комбо, которое... Я находил непосредственно, да, в уровне с Крейвен-охотником, то есть там, в общем-то, где мы заходим в эту самую, в последнюю часть с этими, с компьютерами, то есть, да, где мы там это самое, их последние, соответственно, два их находили, как помните, да, в этом самом, в первом уровне, когда мы в Оскоровском следа проникали, имею в виду. Вот, там, собственно говоря, ну, здесь по сути, вы начинаете уровень, его сразу же видите, то есть вот это вот комбо, которое у нас было в уровне с Крейвен-охотником. Собственно говоря, да, последняя часть у нас тем временем. То есть здесь у нас, в общем-то, да, если что-то три уровня будет. Соответственно, еще у нас добудет, естественно, видео по бонусам. Скажем так, да, в этой игре здесь, конечно, есть что показать вам так или иначе, да, по бонусам. Поэтому такие дела. Вот мы тут сейчас еще открываем себе дверку. И, соответственно, еще здесь вот мы себе тоже, да, дверку. Вот эту вот мы себе тут открываем. Этого робота мы сейчас с вами завалим. И, в принципе, в общем, конечно, очень быстро они с паутинкой расправляются. Так, ну и, собственно говоря, покидаем Оскорб. Такой вот у нас, да, довольно большой, быстрый уровень, как вы видите. Ну и в этом уровне нам, в общем, надо, как вы понимаете, да, догонять гоблина, который, в общем-то, Мэри Джейн у нас похитил, типа того. Здесь есть уровень, если что, за перфектное прохождение. Я его, естественно, получил, то есть, соответственно, да, не получил в этом уровне ни одного, скажем так, ни одной единицы, скажем так, да, урона. Но все равно мне 50 очков, в общем-то, не хватило, потому что я, если честно, думал, что еще за левел на мосту мы, в общем-то, с вами получим очки, но, как казалось, то нифига. То есть вот этот вот уровень, это, соответственно, последний у нас уровень по очкам. И, в общем-то, наверное, все-таки в бонусной части я покажу вам, как я проходил этот самый, ну, как бы перепроходил, да, уровень со Скорпионом, где мы там это с ним бились. Где можно, ну, как бы это, там есть бонус такой, что типа без подбора предметов. Соответственно, я его, соответственно, да, там с вами получу. И, в общем, покажу то, что мы открыли тем самым, эту самую паутинку себе бесконечную. Вот, соответственно, да, уровень мы просто преследуем гоблина. Довольно он, опять же, тоже, да, быстрый. То есть особо тут, опять же, да, ничего сложного нет. Главное, особо сильно не спешить, но при этом, в общем-то, особо скорости не сбавлять, потому что летает он, зараза, довольно быстро, все-таки так или иначе. This is between you and me, Goblin. Leave her out of it. Mm-hmm. Hurry up! I think I'm slipping! Help me! Spider-Man! We're almost there, hero. Let's finally settle our feud. Just put her down safely, and then we'll see how tough you really are. Come on, brother. Let's do this. Hurry, the fire's getting closer.
Ну и тут нам, в общем-то, да, надо, в общем, спасти, естественно, Мэри Джейн в первую очередь. И, соответственно, завалить гоблина. Но гоблин, на самом деле, та же самая тактика, то есть то же самое комбо, это которое Б и два раза на А нажимаем. То есть то же самое, да, у нас самое с отпрыжкой, скажем так. Но на этот раз уже летим мы непосредственно на него не ногами, а непосредственно с, как бы, лицом, скажем так, да? Как бы это странно не звучало. И, в общем, сейчас я его, в общем-то, вот именно как раз начну спамить. Сейчас мы машинкой запульнем для начала. Ну, вот это вот. Вот он, опять же, да, у нас довольно просто, как видите, станется. Без проблем. Абсолютно. Каких-либо. И так вот он у нас довольно просто отъезжает. Так, можно у него, конечно, еще было этим самыми паутинными бомбочками пострелять. На самом деле, что я сейчас и сделаю, по-моему. Соответственно, имея его и добью уже. Так. Так, давай-ка тогда бомбочку сейчас запульнем. Ну, соответственно, все это последнее уже будет, по-моему. К нему даже сейчас глайдер, по-моему, не успеет прилететь. Вот, все, готов. Мистер Осборн. Why? Surprised? Yes, I suppose you would be. But the best surprise is still to come. Tell Harry I'm sorry. I'm sorry too. Mary Jane, there's something I have to tell you. I know, Tiger. You don't have to say. Yeah, that's my life. Complicated. Looks like you're done now. Go outside and play. Так, ну и что хочу сказать по игре. Игрушка мне понравилась. На самом деле, очень было ее приятно вспомнить, в общем-то, именно что под Новый год, конечно, да. Абсолютно мне никакого такого уж прям конкретно, да, новогоднего настроения нет. Но, тем не менее, очень все равно это так или иначе ностальгия. В общем-то, игрушка, да, сложная. Если что, да, я вам еще раз это говорю. Так что, в общем-то, если вы заходите ее перепройти, то, в общем-то, готовьтесь, что на от пары уровней у вас, наверное, точно тут... будет, грубо говоря, с ними непросто их, в общем-то, будет далеко не просто их пройти. Игрушка на самом деле классная, опять же говорю, для опять же, да, для своего времени. То есть, естественно, она хуже, чем Человек-паук 2, который, соответственно, да, опять же, по тому же самому фильму с Сэмом Рэйми, то есть, который 2004 уже, получается, да, у нас года. Но, тем не менее, в общем-то, она так или иначе стоящая. Дальше мы с вами, в общем-то, да, если что, будем проходить этот самый Heavy Rain. Поэтому, в общем-то, ждите. Наверное, в общем-то, в понедельник у нас, в общем-то, выйдет первая серия по Heavy Rain. Так или иначе. Опять же, да, в общем-то, думаю, что игрушка довольно старая, Heavy Rain, если что. Но, опять же, довольно стоящая. То есть, мне кажется, ее тоже стоит, в общем-то, так или иначе пройти на канале. Конечно, да, опять же, она не особо сильно, прям, я бы сказал, такая хардкорная. Но, в общем, все равно, в общем, я лично хочу, в общем, пройти с вами все-таки так или иначе Heavy Rain. А дальше, наверное, дальше вот я сейчас не знаю, чем будем с вами проходить. Там уже, в общем-то, дальше с вами, наверное, видно будет. Дальше мы, наверное, даже уже с вами с вебкой начнем все-таки все вот остальные наши прохождения снимать. Во-первых, дозапишем эфир, я так на это надеюсь. Там посмотрим, опять же, да, у меня какие там будут планы, как у меня там все выстроится. То есть это у меня пока что в очень-очень дальних планах, естественно. Я пока как бы не могу вам, грубо говоря, да... все это прям обещать на 100%, то, что оно будет вот именно так, как я говорю, разумеется. Но, в общем,
планы пока что есть, это меня очень сильно радует, так или иначе. А вам, ребят, всем большое-большое спасибо за то, что все это время были со мной, смотрели все это прохождение. Надеюсь, оно вам также понравилось сильно, как и мне. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте канал друзьям, комментируйте. Все это, как вы знаете, очень сильно помогает каналу развиваться. Так что всем, ребят, большое-большое за это все, как обычно, спасибо. И всем, ребят, на этом до свидания. Всем, ребят, на этом пока. Watch as we go.